дорогие ребята? Здравствуйте! Как много вас собралось? А зачем вы пришли? На праздник? Да! А на какой праздник вы пришли? Рождество! А чье Рождество? Вот сегодня, который спектакль придет, это вам подарок от Дома культуры. И ребята, которые будут вам этот спектакль показывать, они очень много трудились. Они собирались на репетиции, они учили текст. Много времени и сил потратили для того, чтобы этот спектакль состоялся. А что нужно, чтобы он состоялся удачно, как вы думаете? Да, а еще знаете, что очень важно? Чтобы в зале тишина была. Да. А поддержка, аплодисменты, ребят. Это что-то понравилось? Вы тогда смотрите, кто это поддерживает. Браво, браво. А кто же такой Христос? Ну почему мы так празднуем? Это сам Бог родился, правда? Сам Бог родился. А вы знаете, какой сейчас год? 2020. А с какого момента начали считать? Это же не страх Христов. Представляете, когда Христос родился, началась новая эра. Эра христианства. И вот зачем же Христос пришел в этот мир? Это же очень важно для нас, правда? Мы же должны понимать, зачем Бог родился, стал маленьким мальчиком, потом вырос. За нас с вами пострадал. А потому что Господь первым людям, Адаму и Еве, когда они согрешили и были вынуждены уйти из рая, и когда они осознали, что они натворили, Господь видел их раскаяние, Он пообещал, что я в мир пришлю того, кто вас избавит от грехов. И вот пришел в мир маленький мальчик, Христос, тот, который пришел по обещанию самого Бога. И Он пришел для того, чтобы нас сделать лучше. И Он нам дал заповедь. И вот один человек подошел к Христу, когда он уже вырос, и спросил, какие самые большие заповеди вот есть в законе? Господь ему сказал, первая заповедь, самая большая, это о любви к Богу. Потому что это наш Небесный Отец. Это наш Создатель, Творец. А вторая, сказал Христос, подобна первой. О любви к ближним. А ближний кто это? Это только мои родственники? Или те люди, которые меня окружают? Вот в Евангелии написано, что ближний тот, кто нуждается в твоей помощи, тот ближний. А что же за любовь, про которую говорил Христос? А конфеты любить, это та самая любовь? Нет, мне кажется, что нет. А вот что такое любить маму? Кто знает? В чем может наша любовь к маме, к папе, к своим близким проявляться? Но скажите, да. Ребята, смотрите, мама нас просит что-нибудь сделать, ну, помыть посуду, например, а нам не хочется. А мы все-таки берем и моем. Это проявление любви. Чтобы маме помочь, чтобы мама не расстраивалась, да? А вовремя делать уроки. Опять же, чтобы мама не расстраивалась. Не потому, что очень устал, я не делаю, а потом делаю, потому что маму люблю, своих близких, и хочу, чтобы они не расстраивались. Так вот это и есть настоящая любовь, которую нам Господь заповедовал. И мы в этот мир пришли для того, чтобы от этой любви научиться. А этому учиться приходится в течение всей жизни, и в вашем возрасте, и до старше станете. Вам все время придется этому учиться. И давайте сейчас будем тоже по любви, как нам Господь заповедовал, тихонечко сидеть и смотреть, что приготовил для нас коллектив Дома культуры. Это тоже будет по любви к ближнему, если вы не будете мешать.
будете их помогать. Спасибо, дорогие мои. С праздником. Зачем стоишь на мосту? Что? Я ж вас! Не
Сплошь и рядом. И поэтому она решила продать
Юбки прям.
Ты придумала свою сказку.